Телеканал КРТ представляє. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі, з вами програма ТБУ та блогери України, і я її ведучий Тарік Назалешко. Сьогодні у мене в гостях доктор, справжній доктор, але політичних наук Олександр Сємченко. Я радий вітати, і сьогодні ми будемо трошечки спілкуватися російською мовою, за тим, щоб наші білоруські друзі змогли посмотреть цю передачу, і вдруг їм щось буде цікаво, полезно. І, відповідно, давайте починаємо. Ну, вы знаете, я настолько скептически отношусь сейчас уже к нашим белорусским друзьям. То есть там есть друзья, которые все понимают, и которым на самом деле не нужно ничего рассказывать, не нужно ничего доказывать. Там есть группы в социальных сетях, а есть наши белорусские друзья, которые говорят, вы ничего не понимаете. Вы не понимаете ситуацию в Беларуси, все на самом деле не так, как у вас. Вот у нас совершенно все по-другому. И они абсолютно не воспринимают аргументы типа, ребята, ну вот смотрите, мы прыгнули с 9-го этажа, разбились в дребезь. И Молдова они прыгнули с 9-го этажа, разбились в дребезь. И та же самая ситуация с египтянами, с тунистами. А вот вы думаете, что вы с 9-го этажа прыгнете, и с вами будет все в порядке. Сирии, Сербии, да, да, то есть есть... А вот белорусы прыгнут и вот полетят. Вот, то есть смерть бывает особо, только с другими. Особая нация, да, какая-то вот эта вот мессианская. Вот помните, у нас же тоже вот это внедрялось. Украинцы, они исключительные. Вот цивильный казацкий дух и так далее. Вот там же эта штука тоже присутствует. Абсолютно не видят вот... Одинаковый сценарий, один в один. Вот о чем сейчас говорят протестующие? Они говорят, вот конкретики. Да, они говорят про звырячье побытие, они же детей. 30 ноября 2013 года звырячье. Ну хорошо, вот это совпало, соглашусь. Дальше. О чем они еще говорят? Они говорят, просто хотим перемен, все. Больше у них никаких требований нет. Перемен требуют наши сердца, они вспоминают Виктора Цоя. Да, Виктор Цой о каких переменах говорил. Мы помним, к чему привели те перемены, о которых пел Виктор Цой. Ну, они перевели уже после его смерти. Может быть, он сам бы был в шоке и извинялся бы за свой гимн перемен. Но мы помним, к чему привели эти перемены. К развалу великой страны, к тому, что взять даже по Украине население минус 50%. Промышленный потенциал минус, наверное, 95%. Там, интеллектуальный потенциал, насколько люди оглупели, насколько, как это Высоцкий говорил, опрещавили, но это уже не к интеллекту. Но тут вообще нельзя это измерить. Вот я, опять же, очень часто говорю о том, что к белорусам на постсоветском пространстве просто великолепное отношение, то есть их считают наиболее успешными, умными, адекватными, чистоплотными, можно так сказать, это если касается не того, что они моются, а того, что они моют улицы. Ежедневно по Минску, как известно, проезжают автомобили, которые просто вымывают с водой и порошком определенную грязь, которую, к сожалению, у нас, за которой так тщательно, за чистотой у нас не следят. Зато у нас на день прапора, он Кличко сегодня проинспектировал, возле родины матери поставят, так понимаю, флажток, и там будет наибольший прапор в Украине. Кстати, белорусы тоже уже прапорами начинают меряться, я вон на Нексте. Это опять мы находим определенные это, параллели, слушайте, да? Такие? Параллель просто вот выше крыши. Но вот прапорами они точно меряются. Я не знаю, как они этого рыцаря картошкой выкладывать будут, трезуб проще салом выложить. Вот. Но, наверное, как-то дойдут и до этого. Они придумают какую-нибудь кричалочку. Они тут сейчас говорят, вы же понимаете, у нас же нету проекта «Антироссия». Мы же Беларусь, мы вообще про антироссию не вспоминаем. Только они не учитывают то, что Украина вот к этому антироссии шла на протяжении длительного периода. Если мы вспомним первые шаги Украины, вот, например, листовки Кравчука, когда он баллотировался в президенты. Обращение к русским, обращение к русскоязычным гражданам Украины. Что он там обещал? Никакого давления. Уважение, полное уважение во всех сферах к русскому языку. Это звучало в 91 году, но с тех пор прошло много времени и потихоньку выдавливали, выжимали. У белорусов просто все спрессовано. Сегодня не говорят, завтра скажут. Уже вот вчера были мероприятия эти, обклеили постамент памятнику Ленина там на площади, по-моему, независимости называется в Беларуси. Ну это я тоже фиксирую как совпадение опять, еще одно случайное совпадение. У нас тоже сначала наклеивали, потом рисовали, потом начали сбивать головы с памятников, потом начали сносить памятники, а потом возвели это в ранг национальной политики.
И президент Порошенко зачитывал, по-моему, в 17 году или в 18 году доклад перед Верховной Радой, звернення до парламенту, послание президента до парламенту. Он рассказывал о том, что у нас снесено 3000 памятников Ленину, у нас там 90 тысяч улиц переименовано, 1500 населенных пунктов переименовано, слава Украине. Вот тоже будет у них, если... Тоже стакановский такой подход. Да, ЖЕ Беларусь, памятники Ленину переименованы, проспект Машерова назван. Уже вот сегодня Тихановская обратилась к нации, она наконец-то созрела. Она готова быть лидером нации, и среди прочего она уже начала о чем говорить? Она начала говорить, там, ну, герои, которые загинули, понятное дело, там, в сомнительные обстоятельства, сомнительные герои, герои загинули, слезы это душат, ну, вот, как, вот один в один то, что у нас было. И в честь этих героев должны быть названы улицы. Вот проспект Машерова, причем Машеров уже деятель коммунистической партии, да, вынесем за скобки, что он много сделал для Советской Беларуси, для Беларуси в целом, да. И если бы не Машеров, если бы до Машерова не Прокопенко, не Пономаренко, то Белоруссия бы вот не имела того промышленного потенциала, который Лукашенко сохранил и приумножил. Вот не было чего сохранять. Там те же машиностроительные заводы, автомобилестроительные заводы. Это ж они привлекли. Ну вот теперь отодвинем, и будут у них новые герои, будут вот улицы в честь там уголовников, в честь убийц, состоявшихся или не состоявшихся, не по их вине, просто потому что взрывное устройство в руке сорвалось. Вот и все. То есть, мы знаем, сейчас из видео показываем, что в принципе там не было никакого взрывного устройства. Тарас, я на этом видео вообще ничего не понимаю. То есть вы говорите о видео, которое опубликовано в Associated Press, а потом появилось еще ряд других видео с других ракурсов. Во-первых, я не понимаю, почему это видео вот появилось вдруг через 5 дней. Что это такое? Во-вторых, я по этому видео не понимаю, а он ли это? Во-вторых, я не понимаю, он упал. А может быть, он поднялся через 5 минут и куда-то пошел. Мы же этого не видим. Ну, реально не видим. Но главное, почему через 5 дней? Чем занимались 5 дней? Постановочное видео в Голливуде снимали. Искали. В конце концов, если в Голливуде сняли высадку на Луне, и все, как бы, всех обязали верить в эту высадку на Луне, что американцы высаживались на Луну, так снять какую-то постановку про зверячье побытие и про вбывство справжнего героя-патриота, как два пальца Я хотел бы вернуться к госпоже Тихановской. Вот у нее вообще... Ну, это серьезное заявление, то есть она говорит, что она собирается стать лидером нации. И вот вопрос, у нее хватит ли сил, хватит ли у нее опыта определенного, хватит ли еще многих-многих различных, скажем так, качеств, которыми должен обладать лидер нации. Ну, давайте так, Тарас, если бы она, если бы она действительно была самостоятельным человеком, она, может быть, над этим думала, взвешивала. Возможно, бы все равно решилась от безысходности, потому что... Она взвешивала. Помните, просто хорошие весы, где можно было взвесить, только в Латвии оказались. Да, вот она приехала, взвесила. Помните, как Кеннеди говорил, если не я, то кто? Ну вот, как бы она могла к этому прийти. Да, если не я, то кто? Да, у меня нет опыта, да, но вот как бы так получилось, что я вот сейчас тот человек, у которого есть возможность, и у меня есть возможность либо отказаться, уйти в сторону, и непонятно, что будет, либо попытаться и учиться по ходу. И, ну, это нормально, в конце концов, в каждый новый избранный президент чему-то учится. Но я не рассматриваю Тихановскую как самостоятельного игрока. Она и скучная какая-то очень. Да нет, ну скучная, ладно, это Сталин тоже скучным был. Вы не слышали выступления Сталина в оригинале? То есть, ну, когда там выступает, тоже скучно, тоже неинтересно, в общем-то. Но вопрос не, президент не должен выступать, президент должен организовывать и спрашивать выполнение тех решений, которые он принимает. Президент должен досконально пытаться разобраться в каждом вопросе. Вот я уверен, что Лукашенко, когда принимал решение по коронавирусу, он в коронавирусе разбирался. Он вот один из тех немногих президентов, которые вот остались у нас на земле, которые пытаются разобраться и пытаются действительно руководить процессами. Тут Тихановская не такая. Она как наш Зеленский. Обставится советниками. А что, мы же советники. Они же мне что-то посоветуют. У меня помощники, они мне что-то помогут. Только ни помощники, ни советники ответственности не несут. Они что-то посоветовали, ты принимаешь решение. А как ты будешь принимать решение, если ты сама не пытаешься разобраться? Вот вспомни Сталина. У Сталина после смерти было 10 тысяч томов. А в его библиотеке личность с пометками, личными Сталина. Причем не художественная литература по большей части, литература специальная. Специально по металлургии, по машиностроению он пытался разобраться. Авиастроение он пытался разобраться, разбирался и принимал решения, исходя из того, что он тоже понимает что-то в этом, разбирается. А у него что, видеоблог? Ну,
Видеоблог, конечно, здорово. У меня тоже есть видеоблог. Я не рассматриваю видеоблог как некое занятие. Это, знаете, от безделия иллюстрированному чиновнику заняться нечем. Меня отстранили от всех этих самых процессов. Ну вот я, получается... Уважаю и люблю самокритику. Ну, Тарас, ну а чем я могу заниматься как иллюстрированный чиновник, пораженный в правах? Я лишенец, по сути. То есть я в демократическом украинском государстве, в котором в 24-й статье написано, что все у нас равны, и что никого нельзя дискриминировать ни по какому признаку, ни по признаку расы, ни по признаку языка, ни по признаку социального происхождения, ни по какому признаку нельзя дискриминировать, меня дискриминируют. Меня нарушают там как минимум права, прописанные в двух, как минимум в двух статьях Конституции Украины, как прописанные во Всеобщей декларации прав человека. Ну вот, нарушают. У меня суд уже седьмой будет в декабре. Седьмой год по этому поводу длится. И будет длиться до бесконечности с нашей системой правосудия. Я, честно говоря, не очень там штурмую. Может быть, можно было штурмнуть, выйти на СПЧ и так далее. Но смысл сейчас в этой системе. Вот. Поэтому я занимаюсь этим. Вот. Деятельная натура, надо куда-то хоть как-то энергию идти. Но блогер, я не считаю, что блогер это занятие, которое подготавливает человека к государственному управлению. Любое управление предусматривает ряд процедур, которым просто так не научишься. Главное из них – это брать на себя ответственность. То есть руководитель – это не тот говорит, так, сделай что-нибудь. Человек сделал, получилось потом как-то нехорошо. Кто за это отвечает? Тот, кто сделал, или тот, кто дал распоряжение такое? Опять-таки, руководитель может дать распоряжение, сделает, а он не сделал. Почему не сделал? Потому что возможности нет. Руководитель должен принимать решение и давать поручение, исходя из возможностей его подчиненных. Он должен взвесить возможности своих подчиненных, выполнить его поручение. Достань мне луну с неба, не достал, все, расстрелять, повесить, отрубить голову. Это не руководитель. Это какой-то аферист, волонтерист, негодяй, короче. Вот Тихановская, навряд ли из таких. Это просто вот петрушка на руку одели. Кто ее на руку одел, я думаю... Вот хочется все-таки по поводу руки немножко побольше поговорить. С учетом, мы помним, перед непосредственно выборами, мы так понимали, что в Белоруссию плавно влазит рука Москвы. 33 пальца этой руки, это были представители ЧВК Вагнера, как нам рассказывал непосредственно сам президент Лукашенко. И мы видим, что определенные волнения сейчас, после, как результат выборов, происходят в Беларуси. Так вот, рука все-таки Москвы там в большей степени шарудит. Либо же это рука какая-то другая. Я ситуацию с этими 33 бойцами так и не понял. То есть я не понял, что это было, зачем это было, я не понял, какие были правовые основания. То есть то, что прозвучало в публичном пространстве, я не увидел каких-то юридических оснований, в принципе, для задержания этих людей. Вот конкретно на территории Беларуси. То есть на территории Беларуси, как и на территории любого государства, можно задержать людей, условно говоря, по двум основаниям. То есть либо они совершили преступление на территории вот этой страны, на территории Беларуси, но об этом никто ничего не сообщал. Либо они совершили преступление на территории какой-то другой страны, и другая страна через механизмы международной правовой помощи подала ордер, подала запрос на их задержание в случае, если вдруг они появятся на вашей территории. Но опять-таки такая информация тоже нигде не звучала. То есть какие были основания, я честно говоря, этой ситуации не понял. Что касается, на чью руку, так сказать, одета Тихановская, но мы же помним, кто у нас Майдан организовал, кто печенье у нас носил. У них печенье не носят, хотя я думаю, что там серьезная все равно финансовая какая-то подпитка, в кэш, скорее всего, через границу натащили как раз вот из тех самых мест. Мы помним, и почерк похож. По почерку очень узнаваемый, да? Заготовки вот такие вот какие-то, наработки, они используются постоянно. Причем они, знаете, используются хаотично. Вот у нас же пытаются сравнивать то, что происходит в Украине, вернее в Беларуси, с Майданом 2014 года. Это неправильно. Потому что Белоруссия как бы находилась в капсуле, по сути, временной капсуле. Вот она была ограждена от этого всего тлетворного влияния на протяжении последних 26 лет. И, соответственно, нужно сравнивать с тем, что происходило в Украине даже не на протяжении 26 лет. Потому что Беларусь начали разъедать, так же, как и Украину тогда, вот в начале 90-х. Но Лукашенко смог
эти деструктивные процессы остановить, а потом повернуть их вспять. По сути, они начинают вот с 90-го, с 91-го года, разложение Украины, вот тогда происходила незалежность, москали з'їли наше сало, в то же время обещание, что русскоязычных мы не тронем, что у нас будет все хорошо, и развитие в том числе русского языка будет гарантировано. То есть нужно сравнивать со всем вот этим вот длительным 30-летним процессом в Украине. И вот они в процессе этих событий, они одну какую-то заготовочку берут из 14 года, одну какую-то заготовочку берут из 4 года, одну какую-то из 90-го, там, из 91-го. Ну, а кроме того, ну, были же и другие спецоперации подобного рода. Были операции в том же Египте, в Ливии, да, в Сербии, в Армении. И они что-то оттуда, что-то оттуда, что-то оттуда. В зависимости от специфики. Ну, в зависимости от реакции. Потому что они изначально попытались применить силовой режим, то есть они начали с конца февраля 2014 года. То есть приложили к ситуации в Беларуси конец февраля 2014 года, кадры есть. Ну, то есть, очень, ну, как ты в свое время заметил, они действуют в Беларуси, действуют в очень сжатые сроки. То, что происходило, допустим, в течение месяца-полтора в Украине, у них происходит за день-два, по большому счету. Ну, может быть, они тогда готовились к 12 августа, у Сороса юбилей, 90 лет человеку, дедушке, вот смотри, мы, как бы, тебе видишь еще одну страну, кровожадная ты скотина, но не успели. Теперь... Но это правильно говорить, что это не Америка, а Сорос? Да нет, но Сорос как бы представитель определенных финансовых кругов. То есть, опять это ни для кого не секрет, что за Соросом стоят Ротшильды. У Ротшильдов, если говорить об Америке, то это демократы. То есть, вот, как бы, по сути, две конкурирующие группировки мировых финансовых, глобальных, да, и в Америке они за одной партией стоят Ротшильды, за другой Рокфеллер. И вот в данном случае Ротшильд, Сорос – это человек из группы Ротшильда. Ну, то есть он там младший партнер или как там у них там в иерархии. Понятно, что он не в семье, но он там достаточно высокопоставленный, так сказать, функционер этой всей шараги. Ну и я бы как бы не демонизировал здесь Америку. Знаете, Америка пострадавшая, в нее вот этот глист залез 100 с лишним лет назад. И он подсасывает соки, в том числе и из Америки. Ну, мы видим сейчас, ну, конечно, международные СМИ не такое большое внимание уделяют тому, что происходит сейчас в Америке, потому что там люди, которые увлечены поиском интересующей их информации, не из телевидения, а из интернета, то они могли наблюдать то, что и в США эти протестные движения, они не утихли. Но я вот хотел бы перевести немножко тему в другую плоскость, но опять же остаемся в Беларуси, ничего, мы никуда, как говорится, далеко не уходим. Сейчас, как мне кажется, я увидел элемент, которого не было в Украине. То есть я говорю о стачках на заводах. Я вспоминаю 2014 год, в тот момент, когда на Майдане люди были, которые могли себе позволить не работать две недели, месяц, полтора. В этот же самый момент люди на Донбассе спускали шахту, работали на предприятиях и наблюдали за этим со стороны. А не является это ли возможностью для Лукашенко как раз вот эта вот стачка, если у него действительно такое большое количество сторонников, есть ли это шанс вывести своих сторонников на антимайдан, как они вот пытались? Тарас, ну давайте просто не повторится ли ситуация, что некоторые люди останутся на работе, а другие будут выходить митинги? И хотелось бы разобраться, вот люди, которые выходят на митинги, кто они? Ну, для того, чтобы ответить четко на вопрос, люди, которые выходят на митинги, кто не нужно с этими людьми общаться там, непосредственно в Беларуси, в Минске, в Гомеле, там, в Пинске, неважно где. Теперь относительно, давайте вот с самого начала. Вы сказали, что вы заметили то, чего в Украине не было. А я вам о чем сказал? Что нужно сравнивать не с 2014 годом, а со всем тем, что у нас проходило на протяжении 30 лет. Конечно, в 2014 году у нас стачек не было, потому что у нас высочайший уровень безработицы, предприятия закрыты. Многие там просто на месте их предприятий уже рощи выросли. Цеха закрыты, там, ну, все. Но если мы смотрим на 30 лет, то что у нас было в 90-91 году? Как раз стачки, забастовки, там шахтеры выходили, поставали.
Ну, причем, знаете, как вот это те люди, которые были тогда взрослыми, это 12 лет было тогда, говорят, так интересно, говорят, это не бастовали. Они так все на «Жигулях» подъезжают по переулкам, там «Жигули, Жигули, Жигули», но это как бы в Советском Союзе этого уровня, но у шахтеров большая зарплата, и выходят бастовать. Нам мылом дали на день позже. Ну, все. Вот это было. То есть это было. Просто в Белоруссию, как вы знаете, как, вот, как лего там берут так, кубик, который подходит к ситуации. Так, этот кубик не подошел, насилие не подошло, да, не прокатило. Вот февраль 2014 года, сценарий февраля 2014 года не прошел. Так, а возьмем-ка мы сценарий, допустим, сентября 1990 года. Ставка там, все, забастовки пошли. Люди, которые выходят на эти забастовки, они не понимают, что в конечном итоге они когда-то на эти предприятия просто не вернутся. Они вернутся на Белар. Ну, а почему? Причем не потому... А почему они не понимают? Вот мне интересно, неужели та прививка, которая была сделана в 2014 году... Тарас, я сам понять не могу этого. И мы опять же перечисляли огромное количество примеров других государств, которые вот прошли через это, и мы видим, что это весьма негативно сказалось на экономическом состоянии этих государств. Да, главное, как бы, кстати, не экономика, главное состояние этих людей в этих государствах. А это резкая деградация, причем по всем направлениям, и экономическое состояние, ну, положение, благосостояние людей, и интеллектуальное развитие тоже откат назад происходит. Не знаю, это вот какая-то вот магия этого, этой технологии. То есть все вокруг видят, но вот те, кто заражен, они считают, что все вокруг дураки и его не понимают. Вот кастрюлю одели, огородились этой кастрюлей от всего окружающего мира. И мы в Украине даже вот можем очень мало людей назвать, которые смогли кастрюлю эту, ну я говорю сейчас не о предмете кастрюли, а вот, вот это вот... Состояние души, тела и мозга. Ну, по сути, вот этот вот стереотип мышления, вот они смогли его отбросить, подняться над ситуацией, и увидеть, что, например, следствием Майдана, ведь следствием Майдана стала потеря Крыма. Ну, не будь этого Майдана, государственного переворота в конечном итоге, Крым бы оставался в Украине. Ну, было, сложились обстоятельства так, как сложил Майдан. Не было бы войны на Донбассе, не было бы падения экономики. Может быть, там где-то что-то, мировой кризис сказался бы на Украине, но так, чтобы переполовинили экономику, как в 2014 году в Украине произошло, но этого бы точно не было. Вот очень мало людей могут вот 6 лет прошло. 6 лет, многие факты уже известны. Известно, кто стрелял на Майдане, расстреливал героев Небесной Сотни. Причем эти герои, некоторые стрелявшие, сами говорят, мы стреляли, вот Бубенчик, да? Mm-hmm. Говорит, я стрелял, да. То. Он признался, что он двоих непосредственно убил, да, представителей силовых органов. Да. Да, то есть есть другие признавшиеся, там грузинские снайперы, которые признали, мы стреляли, да. Вот тут нас заказал, вот тот был рядом с нами, вот тот это. Все это видят. Уже есть доказательства. Вот документы по людям, которые они же дети. Что там не было они же детей, да, детей вообще не было. То есть уже кадры, показали уже все кадры, что они же дети, как в Белоруссии, набрасывались на правоохранителей. Правоохранители, исходя из действующего на тот момент закона о милиции, применяли силу, защищая свое здоровье и свою жизнь в конечном итоге. Все это есть. Но у нас же масса людей, вот до сих пор, Майдан — это все святое, все. Они на наш Майдан нападают. Так, причем иногда они входят в противоречие. Ну смотрите, ту же Черновол. За что ее привлекают к уголовной ответственности? За убийство человека, который официально является Героем Небесной Сотни. То есть он реально внесен в этот вот иконостас. Ему Порошенко своим указом дал звание Героя Украины, человека, который работал в офисе партии регионов, которого там сожгли. Сожгли вследствие тех, собственно, Таня Черновол организовала этот поход на партию регионов. И вот люди видят это. Таня Черновол говорит даже вот прямым текстом, ну да, я там организовала что-то, но я не виновата, что он там погиб. То есть все я, а вот то, что он погиб, я, честно говоря, этого не хотел. Случайно получилось. Вот Таня Черновол — убийца Героя Небесной Сотни. Они даже этого видеть не хотят. Ну а вы говорите, в Беларуси. Они же этого не пережили еще на своем опыте. Они же считают, да не, ну там украинцы. Ну, они недалекие, они дебилы, эти украинцы. Они не понимают, мы же не такие. Мы, белорусы, точно так же в Украине же говорили, да, когда говорили там, сербы криком кричали, не повторяйте наши ошибки, не прыгайте на наши грабли. Но прыгнули. Мы же, потому что сербы дураки, сербы дебилы, они же вообще нифига не понимают. А вот мы, Украина, вот точно так же сейчас было в Беларуси. Я, как бы, ну, знаете, много комментариев
в социальных сетях, тех, которые как бы мои там, там в YouTube и так далее, иногда отписываюсь вот таким вот людям, которые пишут: Александр, я вас уважал, но вы не понимаете, вот вы неправильно оцениваете ситуацию в Беларуси, вы не видите, что я не вижу. Я не вижу, что у вас этот самый прапор на 109 метров в Пинске растянули, что у вас вот это вот протягивает, что вы выходите под нацистским флагом, точно так же, как в Украине выходили под нацистским флагом, что вот армия УПА резала людей под черно-красным флагом, что вы выходите под флагом этой Белорусской Рады, потом Белорусской это Центральной Рады времен Великой Отечественной войны, а там кто? Полицейские подразделения, там коллаборационисты, там в конце концов в деревне белорусские сжигали не только украинские националисты, на секундочку. Но вот хотел бы перескочить на следующую тему. Мы так немножко будем вспоминать, как у нас происходило, происходили и развивались эти события. В какой-то момент мы помним, что господин Янукович, который сбежал, кстати, Александр Григорьевич обещает, что он так сбегать не будет из Беларуси. Давайте подождем. Господин Янукович 3 месяца не сбегал. А, то есть еще приличный запас у Александра Григорьевича так, есть. Хотя мы должны заметить, что процессы развиваются значительно стремительнее. Да. Но то, что Лукашенко совершил в воскресенье, выйдя на площадь, это реально подвиг. Потому что, я, честно говоря, боялся. Там открытое пространство, выходит, полчаса находится маячит президент. Говорят, что у него под рубашкой был бронежилет, но бронежилет на теле от выстрела в голову никак не спасает. Кеннеди доказал своим собственным примером. Хочу задать следующий вопрос. Мы помним, что оказалось, что уже в самое критическое время Виктор Федорович обратился к Путину за поддержкой. Существовало письмо, которое много обсуждали. А здесь мы знаем, что Александр Григорьевич также заявил, что в случае чего Россия, насколько мы понимаем из средств массовой информации, что Россия поможет не то чтобы подавить, но навести какой-то определенный порядок. Будет ли вмешиваться Россия? Нужно ли им? И сейчас поговаривают, что и Путину особо-то Александр Григорьевич не сильно интересен. Объективно им все равно нужно. Потому что Россия, она является жертвой своих геополитических поражений на протяжении последних 30 лет, начиная там от развала Организации Варшавского договора, от предательства руководством СССР и РСФСР в России, например, Наджибулы в Афганистане, когда после ухода советских войск Наджибула, в принципе, держался еще на протяжении 3 лет. И помощь требовалась минимально. В конце концов, могли бы просто принять человека, который был лоялен к Советскому Союзу и потом к России. Были и другие акты предательства и по отношению к Северной Корее, и по отношению со стороны России. И опять-таки, без участия России развал СССР был бы невозможен. Объединение Германии, развал Берлинской стены, это тоже какое-то поражение. Нет, это не поражение как раз. Вот объединение Германии, это, оно отчасти поражение, потому что объединение Германии произошло не по тому сценарию, по которому должно было произойти. То есть Германия должна выйти была из этого объединения нейтральным государством. Собственно, то, о чем в свое время говорил еще и Сталин, и потом после смерти Сталина Берия. Ведь и Сталин, и Берия были сторонниками единой Германии. Я напомню, что в тех же Соединенных Штатах Америки была масса планов по поводу расчленения Германии, в том числе там, на десяток государств, абсолютно доведения Германии до уровня аграрной сверхдержавы. И позиция Советского Союза была, что Германия должна быть единой, и Германия должна быть нейтральной. В итоге мы получили немножко другое. Получили другое, и в принципе, тоже Горбачев сдал Германию, причем сдал Германию американцам. То есть Советский Союз свои обязательства выполнил, американцы положили своей ядерной дубинкой на эти обязательства, и даже ядерные ракеты оттуда не вытащили. Александр, у нас уже не так много времени. Россия вмешается или нет? Так вот, в интересах России сохранить Беларусь лояльным по отношению к себе государствам, либо территории. В конце концов, не единое союзное государство. Как для единого союзного государства система образования там была построена достаточно интересно в том плане, что
как бы они все-таки, насколько я знаю, немножко более прозападный вектор обучения определили у себя. Вот. И поэтому очень странно. Как бы здесь мы дружим, здесь мы рыбу заворачиваем. Ну, понятие разной формации. Вы можете перечислить хотя бы там одного, нет, хотя бы назвать хотя бы одного белорусского олигарха? Лукашенко. Ну, Лукашенко. Я думаю, что когда Лукашенко умрет, у него, как у Сталина, обнаружат несколько там ношенных костюмов, избиркнижку, на которой будет там абсолютно минимум лежать. А русских олигархов вы можете назвать? Да, да, могу. Да, Потанин, там, Абрамович, ну и так далее. В общем, хватает. Алишер Усманов. Масса. Ротенберг. Вот разница между государствами. То есть есть, конечно, противоречия, потому что страны по внутренней организации, экономической, политической, ну, территории, да, там, территории одного союза государства разные. Ну, как в Китае, да, вот китайцы существуют с Гонконгом. Одно государство, две системы. Ну, вот и здесь. Но я думаю, что если бы Гонконг попытались вот так вот как бы отжать у Китая, то Китай бы точно ввел туда войска, ну и вообще предпринял все бы действия для поддержания своей территориальной целостности. Но поскольку как бы это единое государство, ну так сохраняйте это единое государство. И в принципе, исходя из того, что говорит Лукашенко, Путина мы в этом плане не слышим пока что, хотя он поздравил Лукашенко с победой на выборах. Но исходя из того, что говорит Лукашенко, Россия выполнит свои союзнические обязательства. И в конце концов, вот то, что происходит в Беларуси, нужно рассматривать не как внутренние протесты, а как внешнюю агрессию, просто вот такие вот, у нас же гибридная война, там гибридные методы, вот такие вот гибридными методами. То есть Белоруссия сейчас противостоит внешней агрессии, а те люди, которые белорусы выходят на улицу, они по сути коллаборанты, пособники агрессора, пособники оккупанта, пособники наследников Гитлера, по сути. Ведь вот эти вот организации, которые работают против Белоруссии, вшире против Советского Союза, их как раз гитлеровцы и создавали. Тот же Герхард Гелен, генерал-лейтенант Вермахта, который перешел потом на службу немцев, американцев, который на службу американцам перевел около 10 тысяч агентов, работающих по всей Восточной Европе, и не только на Восточной Европе, не только в Советском Союзе, там и в Корее, и в Китае, и в Японии были агенты. И вот оно, вот как бы вот это вот реализуется, та концепция, которую Гелен прописывал еще в середине 40-х годов для американцев. Давайте вот так, уже последнее, просто да, нет. Как вы думаете, людям всегда интересны прогнозы. Лукашенко устоит? Знаете, я не Гордон, я не умею прогнозами делиться. Я поделюсь надеждами, я надеюсь, что устоит. Хорошо, спасибо. Дорогие друзья, на сегодня это все. С вами была программа ТБУ «Топ-блогеры Украины». Я благодарю Александра Семченко за содержательный и интересный разговор. Я думаю, интересно было не только мне, но и вам. Обязательно подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наши социальные сети. И до следующего выпуска. Всего вам наилучшего мира вашему дому. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ, для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ, про блогерів шоу, дивись ТБУ. Yeah.